не знаешь, чем заняться, тогда я приглашаю тебя на площадку Nomatras Drift Base, где сегодня проходит дрифт-тренировка. Она будет идти с 11 до 16, дрифт-такси, дрифт-тусовка, еда, кофе. Короче, я тебя жду. До встречи на треке. Трек полон дыма, полон дрифта. И если вас еще здесь нет, то полетели бочки, то я рекомендую вам сегодня сюда приехать. До 16.00 будет лютый движ, лютый. Пилоты съезжаются, их уже 14, уже 14 пилотов у нас на треке, и их с каждой минутой все больше. Так что точно стоит сюда сегодня ехать. О, как же здесь круто сегодня. Артур Подлужный приехал на Toyota GT86, Аким уже его настраивает, поэтому ждите сегодня очень дымные заезды, это будет тест автомобиля. Ну, еще здесь есть Ростислав Ророговский, Юрий Рак, короче, пошли, сейчас всех все покажу. Артем Мануенко на BMW, который просто переделал, перешил, едет теперь просто по космосу. Джастин здесь есть, но он, правда, едет на другой машине, сейчас покажу. Тесла Тарас из города Харькова. Слушайте, ну прям, будет сегодня толк вообще, будет? Приехал на 30-ке, что-то изучает, готовится к какому-то забегу или старту, все время присаживается, что-то регулирует. Короче, Пашка в процессе настройки своего автомобиля. Но звучит он уже совершенно по-новому. Прям кайфую, прям очень круто. Спасибо всем, кто приехал. Павел Чубанов, все здесь, круто. Друзья организовывают тренировку, поэтому welcome всем и наш автосалон. Все на месте. На треке кто-то заехал в СИАР. Поэтому если ты стоял здесь на трибуне и это видел, пожалуйста, напиши, давай найдем этого гада и накажем его по-настоящему. Ну так нечестно, брать, уебать и уехать. Давай маленький спойлер. Давай. О том, что движуха будет намного круче, движуха будет вместе с вами и в большой семье, правильно? Ебало мне щелкать. Я не хотел, ты сам сказал, молодец, спасибо большое, что будет очень круто. Мне сказали вам этого не показывать, но... И мы не будем показывать. Но я же покажу. Смотрите, чуть-чуть вам, совсем. Ну, в общем, вот так вот вы не видели этого, да? Это, ну, точнее, видели все это. Но никто же не видел, что там уже, смотрите, педальный узел, проводка. Тут башбар, тут все готово. И там уже выхлопная система. Короче, ребятки, ждет вас скоро вау. Thank you.
заливаем, теперь слили бензин, ждем Сергея Борисовича на стройщик.